Дорогая семья EPL, с вами Gold-амбассадор Нина Шашукова. Постараюсь максимально быть вам полезной и дать очень объективную информацию, конечно, окрашенную моими эмоциями. Итак, формат нашей встречи – это УСП, успешный старт партнера. Так, пожалуйста, дайте мне знать, вы меня слышите? Видите? Поставьте плюсики. Так, пошли первые плюсики. Очень приятно. Угу, хорошо. Ну, мне приятно видеть много знакомых лиц. Приветствую Нину Владимировну Царикович, мою лично приглашенную, Липецк, это Валентина Киселева и Анна Баранова, Тула Анастасия, здесь Алипат Магомед, очень уважаю, умница необыкновенная, много партнеров из Германии, все это, конечно, радует меня. Итак, достаточно много, уже почти 170 партнеров. Начинаем нашу работу. Итак, формат нашей встречи – это УСП. Тема встречи – это преимущество компании EPL. Почему я выбрала эту тему? Это будет такой микс. Мое видение, но абсолютно объективные факты, которые делают нашу компанию на рынке wellness очень заметной. И почему это так происходит? Ведь сегодня на рынке wellness в системе MLM море предложений, очень много. И вот как не растеряться, не заблудиться в этом море, где и пены очень много, как раз вот мы сегодня поговорим. Я думаю, что даже мой вебинар больше рассчитан на тех, кто впервые слушает эту информацию. Для новичков или только для партнеров, которые только-только начали, вступили в компанию EPL, с чем я вас искренне поздравляю, потому что вижу очень много незнакомых фамилий, регионов, и это радует, наша семья EPL растет. Но прежде чем разбираться в этой серьезной информации, в чем преимущество компании EPL на рынке wellness, я, наверное, хотела бы коснуться буквально немного, засекаю одну минуту своей истории. Я по образованию педагог. 25 лет отдала этой педагогической деятельности. Результат – моя пенсия в рублях 11500. В 90-е годы, как и очень многие люди, ринулись традиционный бизнес. В России начинался капитализм, и мы с мужем туда же. У нас был свой маленький бизнес, это кафе, магазин, поставки оптовые, поставки цемента на ЖБИ. В общем, 90-е годы, это годы выпали из моей жизни, потому что головной боли было очень много, бизнес делали на кредитах со всеми вытекающими отсюда последствиями, а доходы, бизнес как такового – мы не видели. В общем, головняк был. В EPL я пришла 6 лет назад, или почти 6 лет назад, в октябре 2012 года началось мое знакомство с компанией EPL. И вот с этого момента моя жизнь очень круто изменилась. Разрушенное здоровье в традиционном бизнесе благодаря нашему продукту потихоньку, не сразу, но стало возвращаться. Стало наполняться энергией, появились какие-то цели глобальные, задачи, мечты. И все это благодаря компании EPL. Самое главное, что моя жизнь окрасилась совершенно другими красками. Конечно, появилась финансовая свобода, появилась возможность построить коттедж, появилась возможность путешествовать по миру, но для всего для этого нужно здоровье. И благодаря нашему инновационному продукту я получила это здоровье в компании EPL. Но как-то так сложилось, все пазлы сошлись. Здоровье, энергия, свобода в полном смысле этого слова, в том числе свобода передвижений, финансовая свобода, путешествия. Ну, как-то жизнь стала налаживаться. И, конечно, я очень благодарна компании EPL, что она раскрасила мою жизнь такими яркими красками. Я благодарю Всевышнего, что услышала эту информацию.
не отвернулась от нее, приняла ее, впустила свою жизнь. А ведь могло бы быть иначе, могла бы пройти мимо. Благодарю Сергея Сергеевича, основателя и президента компании, что он создал и до сих пор лепит этот потрясающий проект, наш бренд, компанию APL. В общем, здорово, что мы здесь все сегодня собрались. Иногда у меня спрашивают, да иногда, часто, в чем секрет моего успеха, почему у меня в компании самая высокая квалификация, достаточно хорошие ячейки. Вы знаете, в принципе, можно ответить, четырьмя пунктами, четырьмя предложениями, в чем секрет успеха. И не только моего, любого лидера в компании APL. Это, конечно, прежде всего, это правильный выбор. Я его сделала в 2012 году. Я нутром почувствовала, чуйка такая, что здесь надо быть. За нашим президентом Сергеем Куликовым надо идти. И это, конечно, первое – сделать правильный выбор в пользу компании APL. Второе – да в любом деле все решают люди. Человеческий ресурс. И вот в компании APL это особый отбор. Здесь особые люди. Это лидеры, такой сложившийся, уже сформировавшийся, проверенный за 7 лет костяк компании APL. Это вновь пришедшие лидеры, которые громко заявляют о себе и уже в короткие сроки закрывают квалификации, такие как Евгения Новикова, Эмма Поль, Илона Милушева, Людмила Дерягина, Лариса Гукова. Я благодарна, что подключилась родина нашего президента Чебоксары, это Сергей Аланов, корпоративный директор. У него уже растет хорошая, большая структура, в том числе очень много молодежи. Люди все решают. И, конечно, фундамент компании – это руководство. Вот перед нами фотография высшего звена руководства, топ-менеджером. Конечно, во главе это основатель, президент компании Сергей Куликов. Молод, бесстрашен, все у него получается, за что не берется. В общем-то, это тот локомотив, который все тянет. С большим трепетом и уважением отношусь к вице-президенту Александру Михайловичу Степанову. Такая глыба, фундамент надежный в компании APL. Мудрый, опытный, профессиональный. Это наш генеральный директор Пешкес Борис Анатольевич. Топ-менеджер международного уровня, даже не побоюсь сказать этого слова. И, конечно, замечательная Ольга Владимировна, она возглавляет креативный отдел. Это то, что создает, этот отдел создает нам ту мощную систему, благодаря которым делать успех проще, чем кажется. Пиар-директор Екатерина Пальяна, очень талантливая. Это Константин Иванов, бесконечно благодарна ему. Мне кажется, у него голова – это компьютер. Он отвечает за департамент по работе с партнерами. И столько всего успевает, так быстро, оперативно работает. В общем, вся команда супер. Я хотела бы, конечно, показать замечательный ролик о руководстве компании. Он идет около 3 минут. Так. Представлено, во всяком случае, вверх руководство компании очень так объемно, красочно, красиво. И эти люди заслуживают нашего глубокого уважения, нашей глубокой благодарности. И, конечно, мы уже сказали, люди – это огромный ресурс человеческий, который делает наш успех. Естественно, один из особенностей нашей компании – это организация самой технологии бизнеса. Вот, собственно, здесь и кроется успех. Не я, но вот эта организация бизнеса, которая позволила мне войти в этот бизнес, бизнес под ключ, войти в этот бизнес и, следуя системе, используя все инструменты бизнеса, зарабатывать деньги, стать успешной, путешествовать по миру. APL – это реально бизнес под ключ. Это международная научно-производственная компания. И это факт, здесь каждое слово правда. Международный бизнес. В чем заключается сегодня? Посмотрите,
У нас 50 с лишним стран мира. Красным обозначены страны присутствия APL. Желтым обозначен вот такой желтенький цвет. Это страны, где компания официально присутствует. И, конечно, это все постсоветское пространство практически, ну, пожалуй, кроме Прибалтики. Вот что такое сегодня APL. Это реально международный бизнес. У меня сразу возникает вопрос вот к людям, особенно новичкам, которые пришли. Никогда мы, обычные люди, не смогли бы взять и создать свой маленький, но такой глобальный международный бизнес. Для этого нужно очень много и финансовые ресурсы, и кадры, которые способны это делать, собрать команду профессионалов, которые способны это сделать. А у нас, пожалуйста, ты приходишь с какими-то минимальными инвестициями, то это инвестиции в свое здоровье, мы о них поговорим позже, и входишь в франшизу, входишь в бизнес под ключ, где все за тебя организовано. Я сказала, что компания – это научно-производственная. Здесь каждое слово, и я за каждое слово отвечаю. У нас реально свое производство. Вот на картинке мы видим наш завод. Завод с огромными производственными площадями. Что это нам дает? Дело в том, что когда есть свое производство, ты не зависишь от капризов производителя. Какие он цены будет диктовать, какие условия он задумает выставить завтра. И не случайно в первые годы работы компании мы меняли производителей, ну и довольно часто меняли, потому что сложно выдержать, ну, все капризы производителя. А капризы одни – заработать побольше на аренде производственных площадей. Сегодня этот вопрос решен. Это дает нам стабильность, это дает нам уверенность. Это дает основание, ну, считать, а я-то в этом уверен, новичкам уверенно считать, что мы пришли в правильную компанию со своим производством. Поверьте, я знаю рынок сетевого бизнеса, и не всякие, даже крупные международные компании на слуху у всех имеют свои производства. Наша компания юная, молодая, подросток, ей еще нет 7 лет, но она уже со своим производством. И, конечно, чтобы делать бизнес международный, конечно, нужна четко организованная логистическая система, логистика. На этом срываются очень многие молодые сетевые компании, потому что это целая индустрия, это целый профессиональный сектор организации логистической цепи, чтобы продукт расходился по миру в те страны, где мы официально присутствуем. Компания смогла организовать. Я 18 лет, оказывается, уже в сетевом бизнесе. Я помню это начало, когда мы сами ездили за продуктом, сами отправляли во все свои регионы. Мы были и грузчиками, и информаторами, и организаторами бизнеса. А здесь все подготовлено. Я считаю, это бизнес на блюдечке, да еще с голубой каемочкой. Ну, надеюсь, меня все слышат немножко, прервусь. Мне приятно, уже 200 с лишним партнеров сегодня присутствует на моем вебинаре. Я постараюсь вас не разочаровать, дать всю необходимую информацию, которой вы должны оперировать впоследствии, знать ее и использовать, а не так, чтобы она лежала мертвым грузом. Итак, логистика – это серьезнейшая, сильная сторона нашей компании. Ну и когда мы говорим, что это бизнес под ключ, что имеется в виду? Да нам не нужно нанимать бухгалтера, экономистов, менеджеров, я не знаю, логистов тех же, рекламу, целый штат у нас рекламный, это 40 человек под руководством Ольги Куликовой. 40 человек под руководством Ольги Куликовой. Остановимся, будем о них еще говорить. Так вот, мы получаем реальный бизнес под ключ. У нас системы бэк-офиса, бухгалтерии и всего остального куплено в компании за 25 условных единиц. Ну, в разных странах это разная валюта, в России это 1250 рублей. И на всю последующую жизнь,
Вы где это видели? Когда я держала свои магазины, свой бизнес, у меня два бухгалтера, там продавцы, повар, если это кафе, официант. Это огромный штат. И все, что заработаешь, отдашь в кредиты и заплатишь людям. И очень часто сам выходишь в лучшем случае в ноль. Хуже, когда минус. Это уже не бизнес, это игра в бизнес. Вот компания EPL нам все организовала. Мы видим в своем бэк-офисе все свои начисления, если говорить об бухгалтерии, все свои бонусы. Мы можем просмотреть товарооборот, за что получено, с какого уровня, какой прошел товарооборот. То есть это реально бизнес, потому что бизнес у нас не финансовая пирамида. У нас бизнес построен на товарообороте. Как, в принципе, обычный традиционный бизнес. Есть товарооборот товаров, ну или услуг, есть бизнес. У нас он есть, и это большой бизнес, раз мы так стремительно развиваемся. Конечно, компания, вот мы на этом слайде все-таки остановимся, потому что цель компании – это создание глобальной сети сбыта. Вы на слайде это видите. Инновационного продукта – это отдельная тема разговора. Для здоровья и красоты. В принципе, вот эта индустрия wellness, здоровье и красота в современном мире очень востребована. Ну, раньше было в капитализме только там где-то, да, на Западе. Сейчас мы живем в условиях, когда хочется, да и не хочется, а нужно быть здоровым, чтобы быть востребованным. Нужно выглядеть соответственно. Ну, и это все компания дает. У нас продукты целенаправлены, эко, питание. Сегодня это в мире очень востребованное направление. Это тренд. С трендом бороться нельзя. Тренд надо принять и войти в этот тренд. Ну и, конечно, все это мы, компания поставила цель с помощью партнерской программы, то есть маркетинга. Давайте нести эту информацию в мир. У нас и информационный бизнес, но с товарооборотом. Наша задача, задача партнерам – качественно давать информацию. Вот сегодня мой вебинар на это направлено, чтобы мы знали, какие основополагающие, фундаментальные вещи мы должны нести людям, а мы хотим привлечь еще и людей из малого бизнеса, потому что у них сегодня очень тяжелое положение. Это наш контингент. Они почувствовали вкус денег в бизнесе. Сегодня трудные времена, ну, не знаю, как там в других странах. А у нас сложная экономическая система. Очень много малого бизнеса закрывается. И люди не хотят уже идти в рабство, работать по будильнику. И поэтому сегодня это наши люди. И мы должны им правильно подать вот эту информацию. Вот этот слайд, прямо сфотографируйте его, чтобы он у вас был. И, конечно, одна из сильнейших сторон нашей компании – то, что мы даем информацию об абсолютно инновационном, качественном продукте. Абсолютно. Конечно, первое время, когда мы начинали работать, люди не доверяли. Что это? Непонятно. Так просто, удобно, вкусно и еще дает какой-то оздоровительный эффект. Да, это именно так. И вся наша группа сертификации, о них я буду говорить позже, подтверждает это. Ну и, конечно, сила в компании – это в открытии рынков. Вы посмотрите, младенец практически, 7 лет нет компании, а она уже свыше 50 странах мира. Я карту мира показывала сейчас, да, ведь за 7 лет очень многие компании, это статистика, вещи прямо, это цифры вновь организованных и сетевых компаний, и компаний традиционного бизнеса, они не выдерживают 3 лет, 3-5 лет максимум, и выживает всего 3, максимум 7%. А компания EPL не просто выжила в эти 7 лет, там, сводя концы с концами. Нет, конечно, она держит высокий темп развития. Начинала с Казахстана, Киргизии, потом подключилась Россия, в моем лице, в том числе в лице дагестанской мощной команды. Затем подключились страны, другие страны СНГ. Сегодня уже официально открыты Узбекистан,
шикарное представительство в центре Ташкента, Душанбе, Бишкеке есть представительство компании. Вы посмотрите, как компания мощно развивается. Вышла в Европу, вышла в Канаду. В Америке сегодня президент очень много делает для того, чтобы на таком мощном рынке США полностью легализовать наш проект, чтобы он работал в рамках закона США. И в Майами мы это узнаем более подробно. В общем-то, компания держит высокий темп развития. Вот возникает вопрос, почему? Почему многие разоряются? Вот смотрите, 90, практически 93% разоряется на этом рынке. Не выдерживает длительный срок. Я сама была в таких компаниях, которые 2-3 года и куда-то исчезают. APL работает, развивается, завоевывает новые рынки. И это реально вот бизнес под ключ. Ну, будем более подробно разбираться и, конечно, дойдем и до обучения партнера, до нашей системы чуть позже. Повторю вот этот слайд компании APL сегодня на мировом рынке. Посмотрите, сколько стран охвачены. Даже вот здесь мы видим страны Карибского бассейна. Так, кстати, слышно ли меня? Пожалуйста, а то, может быть, я вещаю, и меня никто не слышит. Поставьте плюсики, чтобы мне понимать. Так, плюсиков мало, но слышат меня. Спасибо. Спасибо, Анечка Баранова. Елена Шмелева, хорошо. Борясов Юрий, рада приветствовать. Павленко, Людмила. Благодарю, Валентина Киселева, благодарю. Продолжаем. Вот видите, вот тут маленькие желтенькие кусочки. Посмотри, куда добралась компания APL. Вот оно, идет расширение рынка, развитие новых рынков. Ну, это, я думаю, только начало. Итак, мы сказали, что секрет успеха в самой компании, в людях, в руководстве, в лидерах, в партнерах, это, конечно, факт, потому что люди, кадры решают все, говорили наши классики, и люди, я всегда это повторяю, это золотой фонд компании APL. Ну и, конечно, один из могучих факторов вот такого успеха компании APL на рынке, это, конечно же, наша инновационная технология, технология аккумуляции силы. Я не буду вдаваться в нюансы, в подробности, очень много роликов вы найдете в YouTube, людей, которые в этом очень глубоко разбираются, это и наш доктор, консультант, кандидат медицинских наук Кулеша Геннадий, это и Кузнецов Андрей Кузнецов, это много врачей, докторов, которые говорят о технологии Accumulate SA. Суть технологии, она вот здесь, вот в этой картинке, обратите внимание, в общем-то, три вещи, которые делают нас инновационными. Это прежде всего метод извлечения полезных веществ, так называемое экстрагирование. Метод извлечения из растительного сырья, у нас 100% натуральный продукт, полезных веществ. И сама технология позволяет вот эти полезные вещества, ну, мы называем их биофлавоноиды, витамины, микроэлементы, увеличивается просто в десятки раз. Почему она и сила-то, почему аккумулирована силой и природы, и сила самой технологии, позволяющая увеличить силы природы в десятки раз. И это за счет этого получается оздоровительный эффект. Но это первый момент. Второй момент. Сам продукт, его технология использования – тысячелетиями тоже проверено под язык, и современная медицина это признает, сублингвально это называется, под язык, и это идет просто поступление всех полезных, извлеченных веществ, усиленных отрицательным зарядом, сразу попадает в кровь, и быстрый эффект наступает. Ну и, конечно, тоже дополнительный плюс, что это здоровое питание. 100% натуральное питание, питание клетки. Плюс еще очень удобно, это не соки, это не капсулы, которые нужно проглатывать, там запивать, это не всякие джемы, спреи и прочее. Удобно в любом месте, удобно, вкусно и здорово. Я хотела бы, конечно, смотрю на время,
ролик показать о технологии, где Людмила Шульга, наш технолог, это обрезанный ролик, именно суть извлекает. Так, загружается. Аккумулит-эссей – это инновационная технология, которая позволяет сохранить первозданную пользу компонента в гараже. В технологическом процессе мы применяем инновационную технологию аккумуляции силы. В специальной установке происходит обработка растительных сборов в турбулентном потоке воздуха отрицательными заряженными частицами. В результате они дополнительно заряжаются энергией за счет того, что истончается диффузный слой частиц и высвобождаются все самые главные биологически активные вещества из этих трав. После активации растительных сборов процесс приготовления карамели происходит в стандартном режиме. То есть сначала варится карамельный сироп, затем в вакуум-аппарате он уваривается до карамельной массы, затем при охлаждении уже при температуре ниже 80 градусов в эту карамельную массу вводятся как растительные сборы, так и остальные вкусовые добавки – лимонная кислота, краситель и ароматизатор. В нашем продукте содержится только натуральный краситель, то есть это натуральные экстракты ярко окрашенных продуктов, например, черного винограда или экстракта паприки. Поэтому наш продукт можно отнести к абсолютно натуральному продукту. Аккумулит-эссей – это инновационная технология, которая позволяет сохранить первозданную пользу компонентов. Мы сегодня говорим о преимуществах компании и продолжаем нашу работу. Следующий слайд о силе нашей компании. Немного остановимся о продукте. Я в последнее время очень мало говорю о продукте, потому что те ролики, которые размещены сегодня в Ютубе и на официальном сайте компании, и на наших личных аккаунтах, у меня есть аккаунт в Ютубе, очень много получено результатов по применению нашего продукта. Очень много выступлений, роликов докторов, кандидатов медицинских наук, докторов медицинских наук. То есть это такая профессиональная аудитория, дающая информацию по продукту, что, в принципе, не ленитесь, открывайте, смотрите. Но все-таки мне бы хотелось несколько сказать о продукте. И прежде всего следующее. Постулат известного кардиолога Николая Амосова, автора книги «Мысли и сердце», очень был знаменит в свое время, работал в Киевском кардиологическом центре. Он говорил, что медицина занимается болезнями, а здоровьем человек должен заниматься сам. Вот как раз наш продукт направлен на восстановление здоровья. Это мощное экопитание. Экопитание клетки за счет технологий быстрого попадания в клетки. Наши травяные леденцы, наш продукт дает мощную, качественную профилактику. И если несерьезно так все запущено, а есть уже какие-то нарушения в здоровье, конечно, продукт очень сильно в этом помогает. То есть травяные наши леденцы – это сберегающие технологии, здоровье сберегающие технологии, дающие такое объемное насыщение клетками всеми микро-макроэлементами, витаминами, что очень важно для профилактики здоровья. Я вот выбрала из книги Эрнеста Крэпса «Мир без рака», это американский врач, американский доктор, который говорил, в этой книге пишет: «Пищевой фактор способен предотвратить заболевание и очень часто решить проблему очень многих грозных заболеваний». Он в этой книге приводит примеры, они общеизвестные. Цинга, вымирали целыми, там, я не знаю, кораблями, походы крестоносцев, а всего лишь не хватало витамин С. Витамин С решил проблему. Не такое грозное это заболевание. Анемия. В свое время считалось, ну, как рак крови. В12 решил эту проблему. Вообще в мире уже сейчас все больше и больше докторов склоняется на то, что наше здоровье мы или болезни мы копаем ложкой и вилкой. И, в принципе, правильное питание может восстановить
утерянный ресурс здоровья. В Нидерландах есть такой доктор Мойерман. Он вообще лечит через питание даже самые очень грозные заболевания. Ну и Крепс пишет, большинство нарушений обменных процессов, а это считается вообще нарушение обменного процесса, ведет там к целому сбою цикла, окислительно-восстановительного цикла Крепса. Имеет в своем основании дисбаланс в организме витаминов и минералов. Эти болезни не могут быть вылечены химиопрепаратами, а только правильным питанием. И компания EPL создала это правильное питание, это технология, инновационная технология Accumulate SA. Мы говорили, что еще вернемся к сертификатам. Наш продукт, как я уже сказала, это высококачественное, энергосберегающее объемное питание клетки, имеет все необходимые сертификаты. Вот часть сертификатов мы видим на этом слайде. Это ISO 9001, ISO 22000, это сертификат TÜV, это всевозможные сертификаты соответствия. У нас есть и обязательные сертификаты соответствия и добровольные сертификаты, когда компания сама добровольно, дополнительно сертифицирует этот продукт. Все это имеется. Конечно, есть сертификаты декларации о соответствии евразийским стандартам. Сертификат TÜV – это международно признанный сертификат. Сертификат Кашрут, Халяль – в общем, полный комплекс сертификатов, которые необходимы для работы с нашим продуктом на мировом рынке. Обратите внимание, конечно, у меня эти сертификаты, я не знаю, постараюсь вам показать, вот в такой папочке. Это мой рабочий инструмент. Все взято из нашей системы, так пытаюсь показать, вот так, из нашей системы. Здесь все, что необходимо. Вот наши все наш президент, наши все официальные аккаунты здесь находятся. Естественно, наш продукт здесь находится. И, что очень важно, все необходимые сертификаты и на русском языке, и на английском языке. Международные награды в свое время, 2014 год, по-моему, компания получила. Также находится в этой папке. Это рабочий инструмент. Не все люди, конечно, можно сказать, что все они находятся в бэк-офисе. Входите в раздел документов, и там все эти сертификаты представлены. Они также есть в таком красивом цветном исполнении в нашем брендбуке. Наша система обучения все нам дает. Это реально бизнес под ключ. У нас не болит голова, часто зря не болит голова. Мы даже не используем, что компания нам приготовила. Берите, используйте это. Пользуйтесь этим. Это вообще доказательная база того, что в компании все правильно организовано, технологии бизнеса. Помните, я говорила о секрете успеха? Это прежде всего правильный выбор. Мы правильно с вами выбрали компанию. Это современный формат компании, где технология бизнеса, первый слайд, бизнес под ключ, все это нам дает, все это нам предоставляет для нашего бизнеса. Наша система тоже нам все дает. Вот они, все документы. В компании все сделано для того, чтобы мы просто качественно работали. Все эти официальные документы, они есть значки на каждой коробочке, есть, как я уже сказала, в бэк-офисе, есть в нашем брендбуке, собственно, оттуда мы красивые цветные эти плакаты для своей рабочей папки делаем. Ничего не нужно придумать, за нас работают люди-профессионалы. Наша задача – войти, изучить, использовать. А то очень часто мы останавливаемся на слове «изучить» или даже на слове «войти в бизнес». Вот все здесь составляющие важны. Заключить контракт, войти в бизнес. Да, конечно, важно, вы приобретаете сразу ячейку в бизнесе под ключ, практически франшизу. Изучаете все материалы, они все собраны. У нас огромный интеллектуальный ресурс EPL Office, где все есть.
Ничего не нужно придумывать и говорить какую-то отсебятину. Все за нас продумано. Профессионалы, 40 человек в креативном отделе. Поэтому не надо изобретать велосипед, я всегда об этом говорю. Ну и, конечно, важно также знать, что в компании есть независимая экспертиза. Многие так думают, что, ну, особенно раньше так говорили, ой, да сертификат там можно сделать, можно купить. Вы извините, на производство, что в Молдавии, где находится наш завод, приезжала целая комиссия из Австрии, чтобы проверяла все. Буквально не только сам состав дроже, из чего она сделана, но металл станков, на котором делается дроже, воздух, влажность, я не знаю, микробы, все проверено. Даже краска на коробках и на машинах, привозящих в Европу продукт, проверены. Это очень серьезно, это серьезные сертификаты, которые говорят, конечно, о серьезности нашего бизнеса. Это очень важно, и это нужно знать, и этот ресурс надо использовать. Что еще можно сказать, что в компании есть еще и независимые экспертизы. Я доверяю всем буквально сертификатам, потому что вещи серьезные. Сегодня интернет, все они идут под номером, все можно проверить и убедиться, что это подлинные документы. Но у нас есть и независимые экспертизы. Каждый раз я об этом говорю. Я благодарю семью Динеевых в лице Булата Динеева, который тогда, когда еще мы только-только начинали, и у многих партнеров были сомнения, неужели это так просто взять конфету под язык, и в ней сосредоточен массу биофлавоноидов, полезных веществ, и ты будешь получать результат по здоровью. Ну, все гениальное просто, это избитая истина. Но, однако же, он отдал в Российскую академию наук, Институт питания, отделение органической химии, на независимые исследования нашего продукта, наших травяных леденцов. Это было очень серьезное исследование, есть краткое, у меня тоже обязательно в этой рабочей папке, есть в кратком изложении, конечно, не целый том. Вот, кстати, дипломы, международные награды Рудольфа Верхова и Владимира Вернадского. Ну и, конечно, независимая экспертиза подтвердила, что продукт 100% натуральный. Были серьезные исследования на эту тему. И подтверждено, что продукт 100% натуральный, состоит из 150 видов биофлавоноидов, которые реально попадают в клетку и работают. Ну, пожалуй, о продукте все. Реальных результатов получено много. Заходите на канал YouTube, вы все там найдете. Мы продолжаем говорить о бизнесе, поэтому... А это как бы и бизнес, и одновременно инвестиции в бизнес и в себя. В компании EPL существует несколько вариантов входа, позволяющих каждому потенциальному партнеру выбрать наиболее подходящий для него. Посмотрите, компания EPL – это клиентоориентированная компания. У всех людей разные цели. Кто-то пришел делать большой бизнес, и, понятно, самый большой – пакет на 3000 условных единиц, в рублях это 150 тысяч рублей, на который мы набираем продукт. У нас деньги в воздух не идут. Деньги, вложенные в продукт для своей семьи, для того, чтобы угощать окружение, потому что у нас очень много подарков компания дает на разные виды статуса или входа. И одновременно это... ячейка в бизнесе, которая позволяет зарабатывать максимальное количество процентов от построения сети, от товарооборота в сети, созданной под вами. И есть минимальный вход, это на 10 тысяч рублей, 200 УЕ. Вы также берете продукты, часто и на этот, даже минимальный вход компания дает подарки. В общем, компания клиента ориентированная. И вот эти деньги, они не в воздух уходят, это не финансовая пирамида. Вы берете конкретно продукт, чтобы его использовать, чтобы получить результаты, и об этом уже с уверенностью рассказывать, не только опираться на те документы, объективные абсолютно, да, но и опираться на свой личный опыт. Ну и каждый человек выбирает приемлемый для него статус или, как мы говорим, вход и берет на это продукт. Хочу сказать, что в компании
Это единожды вход, ну, если он максимальный. Но если вы берете осторожно, понемножку можно повышать статус, приобретая продукт по первичной стоимости. И, возможно, даже неоднократное повышение своего статуса. Это важные вещи, их надо знать, потому что это и здоровье, и бизнес одновременно. Я не буду подробно говорить о привилегии больших входов на 90 тысяч рублей, 1800 УЕ, и на 3000 УЕ, потому что, и это справедливо, от суммы входа зависит в будущем ваш процент получения дохода. Можно сказать, это объективная реальность. Чем больше ты внес, больше взял продукта, больше получил результатов, больше об этом увереннее рассказываешь, и от этого меняется процент твой. То есть твой процент зависит получение бонусов от суммы входа. Наши источники дохода разные. Конечно, вот я не очень хороший продавец, я никогда не имел комиссионные с продаж. Но вот находясь в Уфе на потрясающем форуме, организованной семьей Ганиевых, Зинфиром и Гузали, это структура Динеевых, я услышала Светлана из Ульяновска, сказала, да, я недавно в компании, на продаже продукта, как раз много подарков было, я заработала 200 тысяч рублей. Пожалуйста, это источник дохода. Мы имеем возвратный бонус со всего, что покупаем из каталога экопитания. Ну, кроме травяных леденцов. Там и кофе, и чаи, и каши, и мюсли, батончики, много чего. От 5 до 20%. Об этом мы также будем говорить чуть позже, но, в принципе, я уже и сказала. И, конечно, основные бонусы, которые приносят нам деньги. Это стартовый, групповой, лидерский бонус и структурный. Что удивительно, нам платят евро, начисление в евро. Ну, в каждой стране получается, что партнеры получают в своей валюте, это правильно. Вот хочу сказать о пенсионном бонусе. Я уже говорила, что моя пенсия, хотел сказать педагогический бонус, моя пенсия 11500, мой пенсионный бонус компании EPL 300 евро. Я работаю в компании 5 лет. Народному образованию я дала 25 лет. Вот эти бонусы радуют тоже, хотя они вроде бы и небольшие на фоне стартового, группового, лидерского, структурного бонуса. Но это очень приятно, что компания ценит вклад любого партнера. Даже тот, кто пришел потреблять продукт, вот он актив, бонус. Вы со следующего года, если вы ни одного месяца не пропустили, закупка на минимальная, на 2000 рублей один раз в месяц, вы со следующего года можете получать 10 евро, ну, так сказать, для вашей активности дополнительно. Это 50% стоимости коробочки продукта. И, конечно, тот, кто достигает высоких квалификаций, я вот обвожу так, имеет еще и люксовые бонусы. И вот это кольцо амбассадора, золотого амбассадора, который подарил мне Сергей Сергеевич на форуме в Казани. Компания поощряет вообще любые действия. Ну, а хорошие действия поощряет хорошо. Подробно мы не будем рассматривать ни старт-бонус, ни лидерский бонус, ни групповой бонус, ни даже структурный бонус. Сделаем анализ, общий анализ нашего маркетинга. А эти виды бонусов вы их найдете в маркетинге, вы их рассматриваете на каждом ПВК, вы о них все знаете, поэтому сразу перехожу к анализу нашего маркетинга. Вот не знаю, насколько это законно, но я наш маркетинг EPL называю универсальным, причем трансформером. То есть трансформированы самые такие общепризнанные виды маркетинга, это бинарные и классические. Матрицу не рассматриваю, я всегда называю это душегубкой. Но вот бинарный маркетинг, за что любит бинарный маркетинг? Разберемся. Всех, кого мы приглашаем в наш бизнес, мы можем выстраивать по принципу бинара. То есть иметь всего лишь две ветки, ну, здесь три у меня нарисованы, я работаю на трех ветках, всего лишь две ветки и зарабатывать все виды бонуса, получать все квалификации, кроме кроун-амбассадора, получать стартовый бонус до 20%, групповой бонус, если у вас максимальный вход, это 30%, ну, от 15 до 30%. Обратите на это внимание. Многие компании, классический учет, я вчера буквально встречалась с одним лидером,
лидером без денег, из серьезной компании, где она 9 лет проработала. И 9 лет, и она, наконец, находится на каком-то там 20%. А у нас можно войти единожды на максимальный пакет и иметь бонус 30%. Не надо вот эти 3, 6, 9, 12, даже минимальный процент сразу дает, минимальный вход дает 15%. Итак, всех, кого мы приглашаем, наших лично ЛП здесь стоит, лично приглашенных, мы регистрируем со своего бэк-офиса. Это и считается наши лично приглашенные. Мы их можем, если у нас две ветки, выстраивать, вот в цепь, здесь цепь наших личных приглашенных, здесь цепь наших личных. Если три ветки, вот здесь цепь наших личных приглашенных. У нас их может быть 3, 5, 10, у кого-то 70. Посмотрите, компьютер в автоматическом режиме, уже без нашего участия, делает за нас работу за 25 UE. О, мне приятно, 320 с лишним человек сегодня на моем вебинаре. Итак, вот это очень важные вещи. Мы сейчас говорим о маркетинге, делаем его анализ. У нас два вида учета. Бинарный, где мы выставляем всех партнеров в 2-3 ветки, ну или 8 доходных веток. И классический учет. Классический учет делает за нас в автоматизированном режиме компьютер. И все лично приглашенные выстраиваются вот здесь. В первый уровень, в первую линию. Под каждым из них, ну, кто-то остается потребителем, кто-то пришел создавать структуру, зарабатывать, выстраивается структура. Вот под первым личным приглашенным, вот структура. Видите, 5 личных приглашений и 5 отдельно взятых структур. А это наши деньги. Это не просто картинки, это наши деньги. Потому что лидерский бонус мы получаем в классическом учете. Лидерский бонус на 7 уровней, он зависит от квалификации. Опять же, пакет Diamond сразу дает вам 5 уровней лидерского бонуса. Структурный бонус, вот он, это 6 уровней с каждой структуры. Вот здесь 5 структур выстроено, а кого-то может быть 10, 15, вот здесь они лежат деньги. Еще в структурном бонусе принцип компрессии. Итак, два вида учета. Бинарный, по бинару мы получаем стартовый бонус, групповой бонус, ну, с 8 доходных веток, одна ветка признается большой. И классический учет дает нам лидерский бонус и структурный бонус. Эти важные вещи, потому что я убедилась, езжу по регионам, вижу, что многие просто даже не понимали, что существует именно такой учет. Ну и хочется мне так... Пропустила, но очень важно. Давайте разберемся. Многие говорят, это бинар, я не люблю там бинар. Да? Кто-то говорит, это классика, я не люблю классику. Разберемся. Что здесь от бинара? Это возможность работать по двум веткам и достигать все квалификации. Ну, кроме последней, кроме амбассадор. Золотой амбассадор я закрыла на трех ветках. Это очень важно, потому что не каждый человек способен вот такую ширину развивать. Но и даже работая по двум, трем, там, не знаю, пяти веткам, можно достигать все квалификации, зарабатывать приличные деньги, вы их увидите. Второй плюс бинара, он необычный бинар, потому что по принципу бинара выстраивается 9 веток. Ну или 3, или 4, и 5, у кого сколько возможностей выстраивать. Это опять клиентоориентированный маркетинг, обратите внимание. Нет возможности 3 ветки развивать, работайте по двум веткам. Поверьте, деньги хорошие. Плюс бинара, я обожаю этот плюс, да и какой человек может от этого отказаться. Если в классике деньги выплачивают раз в месяц, по истечении месяца, ну и там даже дней 10 по истечении месяца, когда все будет посчитано, то у нас еженедельные выплаты 4 раза в месяц. Все виды бонусов, основных видов бонуса, и стартовый, и групповой, и лидерский, и структурный, и возвратный бонус. Еженедельные выплаты. Так это классно, что плохого в бинаре-то? А это взято именно из бинара. У нас, можно сказать, не обрезной бинар, потому что у нас нет этапов,
нет циклов, большая ветка, она может накапливать до бесконечности, откуда мы вычерпываем деньги с товарооборота малых веток. Очень приятный плюс, что получение группового бонуса идет на всю глубину малых веток, да хоть тысячная глубина. Очень часто серьезные лидеры, серьезные товарообороты идут с глубины, и групповой бонус как раз дает нам вот эта глубина. В бинаре, люди любят бинар еще за что? Нет звука. Пожалуйста, вы там как-то перезагрузитесь, отметьте плюсиком, вы меня слышите? Марченко Оля слышит, Роберт слышит, Елена Шмелева Казань слышит. Ну, в общем, слышимость. Мы продолжаем. Обратите внимание на шестой пункт. Это тоже плюс бинара, это знать нужно, чтобы... Для чего знать? Чтобы можно дискутировать фактами. Если вы встречаетесь с тем, кто так высокомерно говорит, я не люблю бинар. Он не работал в такой системе. И, конечно, в бинаре очень важна командная работа, вот эти переливы. Ваш спонсор, он не будет вас ждать, когда вы, наконец, начнете работать. Он пришел зарабатывать деньги. Ну или вышестоящий спонсор. И он это делает, он своих людей выстраивает в те ветки, которые для него важны. И под вами накапливается товарооборот, который в групповом бонусе также учитывается. Любой товарооборот, седьмой пункт, в малых ветках оплачивается. Любой. Может, один контракт прошел, может, товарооборот прошел огромный, но любой. То есть это не степовый. Это не этапный бинар, это не циклический бинар, только плюсы взяты из бинара. Но сказать, что наш маркетинг бинарный, это было бы неправильно. Теперь разберемся с плюсами классики. Ну, мы уже сказали, лидерский бонус и структурный бонус в классике. Вот посмотрим на классику. Некоторые говорят, вот классика, да, по 7 уровней, но она дает некую стабильность. Ну, с этим можно согласиться. У нас лидерский бонус, вот настолько все умно продумано в маркетинге, он, этот бонус лидерский, мотивирует растить лидеров из лично приглашенных и нижестоящих. Почему? А потому что он привязан к квалификации. Мы их растем, они зарабатывают групповой бонус, мы их растим, они зарабатывают групповой бонус, к нам приходит лидерский бонус. Получение лидерского бонуса, если вы даймонд, сразу с 5 уровней. Ну, а дальше по квалификации. Он также 4 раза в месяц выплачивается. Обратите внимание вот на эту схему. Она вообще показательна. Вот здесь мы видим уровень, 7 уровней выплачивается лидерский бонус. Я немножко задержу, потому что очень важные вещи мы сейчас говорим. Час прошел. Здесь количество партнеров. Вот я просчитала на 5 партнеров, без меня это было просчитано. Партнеров на 3, если вы пригласили ваш первый уровень, 5 или 3, или 2 вы пригласили. Под вами скапливаются вот эти треугольнички, которые я показывала в классическом учете, скапливаются вот такое количество людей. Если вы пригласили 5, это почти 100 тысяч человек. Если все повторили 5, 25, 125, вот эту геометрическую прогрессию или арифметическую прогрессию, вы получаете хотя бы по 1 евро с каждого, это 100 тысяч евро ваш лидерский бонус. Конечно, в жизни так не бывает. Не все могут вот так ровненько, как матрицу выстроить. Да у нас и не матричный маркетинг. Кто-то 5 пригласил, кто-то 2, кто-то 10. Но даже по 1 евро, я сказала, 100 тысяч евро, берем отсюда всего третью часть от этих 100 тысяч евро. Это все равно неплохо, если не ошибаюсь, 30 тысяч евро. Ну, конечно, если мы выстроили матрицу вот такую, 3, 9, 27, 81, и в итоге у нас 3000 с лишним партнеров, тоже неплохо. Берем опять же по 1 евро. Это 3 с лишним тысячи евро можно зарабатывать только лидерского бонуса, создав структуру на 7 уровней. Но и даже для потребителей, у которых потребительская структура, они не хотят там звезд неба и квалификации. 254 человек, ну почти 300 человек, душ по евро-то, и то почти 300 евро. А если по 2 евро, то это 600 евро. Для многих это тоже хороший процент. Процент выплат лидерского бонуса вот здесь показан. Ну и, конечно, мною обожаемый, это
структурный бонус, да, он всеми обожаемый. Классический учет нам еще дает структурный бонус. Это практически бизнес в бизнесе, потому что он выплачивается отдельно. С первичного товарооборота, смотрите, мы получаем стартовый бонус, мы получаем групповой бонус с одного того же товарооборота и лидерский бонус. А структурный бонус – это бизнес в бизнесе. Все вторичные закупки со скидкой от 20 до 60% скидка на вторичную закупку. Да плюс еще бесконечное количество промоушен удешевляет наш продукт. Мы его кушаем столько, сколько хотим, и за это получаем деньги. Тот же принцип, вот эти 6 уровней, потому что структурный бонус выплачивается на 6 уровней. Вот количество партнеров, если вы 3 пригласили, у вас в структуре будет больше 1000 человек. Умножайте активность у нас минимальная на 2000 рублей. Вот она, активность минимальная 2000 рублей. Умножаем вот это количество людей вот на эти деньги. Товарооборот проходит на 6 уровне. Ну, серьезный товарооборот. А если мы вошли на статус Diamond, то мы с каждого уровня получаем по 10%. Обратите внимание, бонус Diamond структурный может быть 218 тысяч рублей. И считаем минималку, если это 2000 рублей закупка потребительской структуры. Конечно, он у нас гораздо больше. Я увидела у партнеров 12 тысяч евро структурный бонус и 19 тысяч евро. Ну и у меня он, соответственно, тоже солидный. Вот что значит правильный учет и правильное построение бизнеса. Вот он, универсальный трансформер. Лучшие взяты из классики и лучшие взяты из бинара. И все это дает возможность в короткие сроки зарабатывать приличные бонусы и жить качественно. Это одна из сильных сторон нашего маркетинга. Это сам маркетинг. Его преимущества, они очевидны. Я уже сказала, лучше взятые из бинара и классики. Стартовый бонус до 20% с количества денег, до 30 тысяч рублей, вот здесь указано, до 20%. Групповой бонус до 30% с 8 доходных веток. Лидерский бонус 20% первый уровень, ну а дальше ширина растет, процент снижается. Это типичный вот классический вид выплата. Расширяется ширина, уменьшается бонус. Ну а структурный бонус – это песня. Первый уровень и шестой уровень, ширина растет, но бонус, процент не снижается. Да даже если вы не Diamond, а получаете 5, 6, там, 7, 8, 9 и на шестом уровне 10%, так это бизнес наоборот, классика наоборот. Ниже уровень, большее количество людей и растет процент. Это же супер, это надо понимать, это надо ценить. Это надо партнерам с кем, ну не партнерам, с прецедентами в наш бизнес встречаться, показывать это, давать сравнительную характеристику с их бизнесом. Понятно, что возвратный бонус также существует до 20%, от 5 до 20%. О пенсионном бонусе я говорила, об актив бонусе я говорила. Есть специальные бонусы на высоких квалификациях, есть люксовые бонусы и подарки. И, конечно, это, ну, я не знаю, череда промоушенов, подарков, которые на нас обрушиваются. Итак, мы сказали, правильный выбор мы сделали, мы выбрали компанию EPL. Мы убедились, что основной ресурс, человеческий ресурс, он у нас правильный. У нас руководство, создав вот этот бизнес под ключ, вот эту систему и бесконечно ее совершенствует, это наш огромный человеческий ресурс, помогающий нам достигать успеха. Наши партнеры, наши и лидеры, и даже потребители, каждый человек ценен. Мы поговорили с вами о технологии бизнеса, это бухгалтерия, это логистика, это реклама нашей продукции, о рекламе еще поговорим. Это все, что создано, производство, сертификация и прочее, прочее. Но и также огромный багаж, огромный пласт, о котором надо говорить нам, это наша система Go, проще, чем кажется. Входи в эту систему, действуй по системе. Только действуй, конечно. Система сама по себе отдельно от вас, она не сработает. Но посмотрите, насколько она идеально создана.
Для нас вновь вступающий партнер, он VIP, VIP-партнер, новичок для нас VIP-персона. Второй шаг, если у него хотя бы один личный приглашенный появился, он взял на себя ответственность, он стал лидером, он пригласил своего человека в этот бизнес, это уже лидер. И третий шаг – это мастер. Это у человека, у которого есть структура, он уже ведет вебинары, он обучает, ездит на семинары по форумам, как самому учиться. Как говорится, уча – учусь. Это правильно. И вот она стройно выстроенная наша система. Есть модель подписания, великолепно в наших инструментах бизнес, не могу их не показать. Вот такие тетради MLM. Мы растим. Мы создаем лидеров MLM. Вот новая тетрадь MLM, которая все здесь описано. Ничего не нужно придумать. Здесь все есть. Бери и используй. Заходи в EPL офис, бери и используй. Папку я вам показала. Я сейчас перехожу к инструментам бизнеса. Пусть она у вас будет. Конечно, сегодня редко кто носит вот такие большие папки, но уж пусть в офисе-то будет. А так все есть в айфонах, ну, во всех смартфонах. Открыл свой бизнес и показываешь. Итак, у нас модели подписания есть, модели продажи есть. Пробуй, рассказывай, давай попробовать, рассказывай о результатах. Все, процесс пошел, рассказывай истории. Ну, вся модель нашего ПВК, это проще, чем кажется. Ничего не надо придумать. Все написано, ну, каждое слово прописано. И второе, компания нам дала модели, делай так. Вот модель – это делай вот так. Шаг влево, шаг вправо, не надо. Вот делай вот так, это и есть модели. А потом в помощь нам дали материалы. Все есть. Посмотрите, сайт есть у компании. Работающий сайт, движущий, не застывший. Все соцсети. Я в самом начале папку показывала, там все аккаунты нашей компании, официальные аккаунты есть. Бэк-офис создан, очень великолепный инструмент бизнеса, конечно, нам хочется, чтобы еще лучше. И, собственно, Константин мне однажды сказал, у меня 150 задач только по улучшению бэк-офиса. Вы представляете, компания постоянно в тренде, постоянно работает. Созданы рабочие чаты, свои чаты по группам, есть сайт, целый сайт фото EPL. Вся наша история, она объективна. Все, что я говорю, это объективно. Все это отражено в фото и видео документах. Открывайте, смотрите, там нет пустословия. Есть канал на YouTube. И даже возможность создавать лендинги в рамках нашей компании. Шикарные печатные продукции. Вот об этом просто не могу молчать называется. Каталоги. Здесь не только великолепная бумага, она люксовая, она просто суперская бумага, да. А здесь великолепное наполнение, содержание. Вот последний каталог – это чудо. Вся презентация, ее 5 составляющих, сильных сторон, преимуществ компании – это руководство, это инновационный продукт, это технология бизнеса, организация бизнеса. Так, прошу прощения. Все здесь есть. Система, которую вот я вам сейчас демонстрирую, она здесь есть. Все отражено также в фото и видео документах, все лидеры, все здесь есть. Ой, не могу не похвастаться, компания вот замечает каждый наш шаг. Я только начинала работать в 13-м практически, это год, и отработала в 14-м году, вот не могу не похвастаться. Появился журнал с моей фотографией на обложке и большой статьей обо мне. Да еще не заслужила, а уже появилась. Вот так великодушно наша компания, так она делает серьезное признание. Конечно, просто рабочий инструмент – это книга Куликова. Покупайте, дарите ее тем, кто, конечно, заслужил. Прямо же сразу новичкам и не надо, новички пусть сами покупают. Но тот, кто работает, дарите. Я дарю эту книгу, потому что она золотая в прямом и переносном смысле. Написано самим Куликовым, и чем она золотая?
Потому что здесь все аккумулировано, как наш леденец, все аккумулировано, все знания по сети пошагово расписаны, инструмент, бери, выполняй, делай, даже заполняй вот эту книжицу. Вот они все, печатные продукции, альманахи, журналы, стартер-кит, это вообще отдельные песни. Наши ежедневники, о котором я сказала, MLM-тетради. Ну и, конечно, главный инструмент – это наш продукт. Инновации. Нет конкурентов, нет. В мире не создали еще такой продукт. Вы представляете, для бизнеса как важно работающий продукт, дающий результат, работающий на результат по здоровью, безопасный совершенно, 100% натуральный, и нет конкурентов. Мы единственные в мире. Как это для бизнеса интересно работать? Я не могу представить, кто работает вот с косметикой, с БАДами. Молодцы, они суперские, потому что такая жесткая конкуренция на этом рынке, а люди еще и умудряются работать. А нам-то легко. Только делай по вот этой системе. Материал нам дали. Продукт у нас есть всегда в наличии. Редко, может, где-то что-то перебой. Всегда. Руководство вполне адекватное и профессиональное. Можно за ними идти, на них можно надеяться. Маркетинг-план дает возможность не 20 лет идти, чтобы, наконец, попасть в клуб миллионеров. А можно, как Радченко семья и Саиды, как Евгения Новикова, как я, попасть в клуб евромиллионеров за более короткий срок. Это тоже возможно. Система дана. Вот я о ней рассказываю. Вот эта страничка, это наша система, аккумулирована на этом слайде. А еще есть и путешествия, а какие события, великолепные события, просто стандарт мирового уровня организовывает компания. Я о них еще поговорю. И, конечно, мероприятия. Вот эти есть события. Мероприятия. Это за что отвечает компания? Она великолепно организовывает Edgeo Planet, наши годовщины. Edgeo Seasons в Турции. Поставьте плюсики. Ведь 400 с лишним человек было только в отеле Белек, Сирена Белек. На Edgeo Seasons. Вот Леночка Шмелева была, Шакирова Венера очень рада, она была в полном восторге. Человек первый раз попал на море. Просто благодарность огромная. Аня Баранова, Ольга Забелина, мы видим Светлана Царикович, Нина. Ну, Нина-то там выступала даже много, младшинка. Мы видим, сколько партнеров. Надеюсь, вам все понравилось. Я тоже принимала посильное участие в организации Edgeo Seasons в Турции 2018. Ну, конечно, колоссальная работа была проделана самой компанией, ее отделом креативным, Царьковой Марины, как представителя туроператора, Леночкой Исаевой. Это, конечно, огромная команда людей, но 400 человек разместить всех... кому-то, может быть, что-то не понравилось, не тот номер, да. Я такой мелочи даже не обратила внимания. У меня тоже было не совсем, может быть, там удачно. Да разве это важно? Мы были вместе, мы получали знания, мы купались, мы загорали. Огромная площадь в отеле, наслаждались всем этим. Эта компания, конечно, организовывает. Летняя академия. Боже, да одно из лучших воспоминаний. Я сказала, в компании EPL раскрасил мою жизнь яркими красками. И вот летние академии под Чебоксарами, под Уфой организовывала команда Булата и Елена Динеевых, наших первых амбассадоров. Это, конечно, воспоминание на всю жизнь. А что нас ждет на летней академии, ну, будем только догадываться. Она будет проходить в Майами, там, где живет сейчас президент. Golden People, день рождения президента каждый год. 23 числа мы где-то, это и Мальдивы, это Дубай, это Сочи, это Лас-Вегас и так далее. В системе, все проводится у нас в системе. Edgeo Seasons – май, Edgeo Planet – ноябрь, летняя академия – это летняя академия обычно в августе, Golden People – тут уж день рождения президента, вебинары от президента, не знаем, может, землетрясение только, может, сразу, 2 числа. Каждый месяц президент подводит итоги, дает нам шикарные промоушены, и мы рады слышать и видеть его, скучаем. И, конечно, то, за что отвечаем мы, лидеры. Я, несмотря на то, что я занимаю больше времени, но это важные вещи. Тут вообще-то по каждому слайду это отдельная должна быть школа УСП. Посмотрите, за что отвечают лидеры. Естественно, лидеры сами это организовывают, но есть и в системе мероприятий. Естественно,
Лидер сами это организовывает, но есть и в системе мероприятий. Во вторник встречи мы проводим ежедневно, встречи онлайн по ВК, но в системе среда про продукт. Четверг – это презентация возможностей компании. ПВК, я новичков говорю, это презентация возможностей компании. По системе, по схеме, не придумаю ничего. Пятница – это УСП, как сегодня вот я провожу, это успешный старт партнера. Мой сегодняшний УСП посвящен показать вам объективные, положительные вещи о компании, фундаментальные вещи о компании, ее преимущества, то, что нам ежедневно требуется в наших встречах, суббота УСП. И, конечно, это все организовывают уже лидеры. Партнеры также проводят один раз в месяц, последняя суббота месяца чаще всего, это BBS, но могут какие-то быть смещения. Coffee Day – это последний вторник месяца, это всегда очень интересно. Сергей Сергеевич внедрил, мы всегда просматривали какие-то фильмы с последующим обсуждением, потом пошли игры, которые развивают наше мышление, не дают закостенеться нашему мозгу. Это все Coffee Day. Конечно, мы также, лидеры, проводим вебинары, проходят форумы, какие шикарные форумы у нас проходят. Вот впереди нас ждет среднеазиатский форум Центральной Азии в Сыкуле. Мы уже взяли билеты, мы запланировали туда поездку. Вот эти модели, материалы и мероприятия – это наша система. Вообще проще, чем кажется. Не придумывать, следовать системе. Ну и, конечно, отдельно в системе. А вот результат системы. Вот они, результаты, полученные в APL. Это 16-й год. Результаты тех, кто входит сегодня в клуб миллионеров. Это семья Радченко, это я. Прошу любить и жаловать. Это моя дорогая и любимая Евгения Новикова. А вот 17-й год. Да, где тут написано? А вот. Вот 17-й год. Как выросли наши чеки, потому что мы следовали системе. Это супер, это классно. Собственно, многие приходят в нашу компанию только поправить здоровье, но видят, что какие огромные возможности здесь открываются, почему их не использовать. Так. Ну и, конечно... Компания раскрашивает жизнь каждого, кто этого захочет, яркие краски. У нас есть клуб путешествий в ВПЛ. В 2013 году все, что здесь написано, Турция, Америка, Багамские острова. Я была, вот Нью-Йорк, вот это наше общее фото. Вот я с президентом на Багамских островах. Вот тимбилдинг на корабле, это командообразующее мероприятие, тимбилдинг на корабле. Это было великолепно, чудесно. Вот все наше, цвет руководства, ну, были настоящими пиратами. 2014 год. Мальдивские острова. Это день рождения президента. Golden People. Шри-Ланка. Это подарок нам на день рождения президента. Остров Цейлон посетили. Это Турция, это Италия, это Франция, это Испания. Круиз был по Средиземному морю. 2015 год. Объединенные Арабские Эмираты. Отель Армани. Вот Сергей Сергеевич, его день рождения мы праздновали там. Ну, так случилось, что на второй день у меня день рождения. Я везде, так сказать, примкнула. Также везде в этих путешествиях отмечаю свой день рождения. Турция, Греция, Италия, Хорватия. Мы отмечали этот Egeo Planet во дворце Медичи в Италии. Здесь, в Венеции, завершалось наше путешествие. Это была венецианская вечеринка. Шикарные костюмы были на наших руководителях. 2016 год – это Сочи, это Майами, это Гаити, Ямайка, Мексика. А вот мы на Ямайке плавали с дельфинами. Это чудесный вообще Гаити, Мексик – это чудо. Это Карибский бассейн, это все окрашено. Это просто реально окрашено все яркими красками. Ну и, конечно, 2017-2018 год тоже нас порадовали. Вот для чего я это показываю? Это фотодокументы. Вы будете участвовать во всех событиях, путешествиях, делать свои фотографии. Это будет ваша история. Вам будет есть что рассказать. Может быть, не скромно, что я включила сюда свои фотографии, но это моя история. Я могу реально показать. Я здесь был, и здесь я был. Вот день рождения президента, Прага. Ольга и Сергей Сергеевич, наши принцы, принцесса. Это явка, у нас там был костюмированный бал, эпоха
средневековье, вот Нина Царькович, Света Пронько, были на этом костюмированном бале. А это карнавал Карибских островов, 2017 год, годовщина кампании, где Сергей Сергеевич поздравляет меня с Gold Ambassador'ом и всех нас, что мы вошли в клуб евромиллионеров. Багамы, гуляем, отдыхаем, расслабляемся. Форум в Казани, где я получила кольцо Gold Ambassador'ы и свой букет на день рождения. А это Турция, Geo Seasons 2018. Великолепные воспоминания о берег сирени, отеле. Сергей Сергеевич, мой небольшой вклад в организации Geo Seasons так высоко оценил. У меня уже есть две медали, а это третья медаль первой степени. Вы знаете, это же не просто медаль, это признание наших заслуг. И за этим кроются подарки каждый месяц на 500 евро. На 500 УЕ мы получаем за медаль первой степени. А это возможность заниматься благотворительностью, помогать тем, кто не может приобрести наш продукт. Это классно. И, конечно, подводя итоги, время заняла, честно говоря, все важные вещи, итоги за 6 лет, кто-то будет за 7 лет. Вы посмотрите, у нас 250 тысяч партнеров работает в странах, более чем 50 стран мира. У нас вручено 1200 путевок, будет еще больше с Geo Seasons и с нашим круизом. В 26 экзотических туристических стран было подарено по промоушен нашим партнерам. 2500 человек прошли обучение по авторской системе Go. Это у нас каждый год на Geo Seasons. Теперь мы вот изучили в Турции второй шаг уже Geo Seasons. Все есть в нашем интеллектуальном ресурсе, в нашем APL-офисе. Более 500 тысяч евро разыгран денежными призами. Я была в Набережных Челнах, у нас Змеевой Гузели в структуре по ее приглашению, и собрался зал, там 100 человек где-то. И когда мы дошли до итоговой, я спросила просто, это Гузель мне подсказала, спроси, а кто у нас тут выиграл? Кто-то поднялось такое количество людей из этих 100, кто выиграл 250, кто 50. Очень много людей выиграли продукт там, на 30-50 тысяч рублей, там всевозможную бытовую технику. Это в таком маленьком зале, а если поднять наши 250 тысяч человек, это сколько? Это реально 500 000 евро. На 4 миллиона евро вручено золотых украшений, автомобилей, всякой техники, норковых шуб, айфонов, айпадов, других подарков. Одна эмочка у нас, сколько этих айфонов и айпадов взяла Эмма Поль. В общем, это чудо, это просто. Это кто вот начинаешь показывать лидерам, новичок он не понимает, думает, так и во всех компаниях, так да не так. А начинаешь лидером таким седобородом, из седобородовых компаний показывать это, люди не верят, неужели это так? Опять же повторяю, я всегда это говорю, все зафиксировано в фото и видео документах. Это фото APL, канал YouTube. На 70 миллионов евро подарен продукции, еще теперь уже больше, я уже думаю, на 100 миллионов евро, потому что итоги-то за 6 лет. Ну и так далее. Ну а то, что у нас, кто зарабатывает там 1500 евро, это уже как бы из-за чек не считается, да, потому что посмотрите ролик, какие бонусы зарабатывают лидеры компании APL, найдите в YouTube. Вот так-то, в общем, вот он, человек, который сделал нашу жизнь другой, который поменял мою жизнь, который поменял жизнь многих людей, человек, который раскрасил нашу жизнь, мою жизнь яркими красками. Это, конечно, основатель, президент компании Сергей Куликов. Очень точные слова. Хватит мечтать и только собираться что-то делать. Все создано. Вот он, бизнес под ключ в наших руках. Входи и делай. Пора действовать, говорит Сергей Сергеевич Куликов. И по-настоящему зарабатывать. Перед вами есть личные примеры людей, которые зарабатывают здесь. И это факт. Есть
Так, где-то, да. Есть такое четверостишие, я ж люблю это дело, ссылаться на четверостишие умных людей. Богатство ждать, занятие пустое. Оно не снизойдет, как благодать. Оно приходит к тем, кто что-то стоит, действует, в обмен на то, что мы сумеем дать. Мои дорогие, я благодарю вас. Я злоупотребила временем. 1,5 часа я с вами. Но не знаю, я получила удовольствие от того, что я работаю в этой компании, что у нас потрясающая компания, что все, что я говорила, это объективная реальность. Объективная реальность. Знайте это факты. Надеюсь, фотографировали мои слайды. Доносите это до людей. Сами сначала в этом во все вникните, разберитесь, перепишите наш EPL-офис. Не надо ничего придумывать. Более того, в заключение я хочу сказать, у нас родилось целое направление из молодых, креативных, перспективных ребят, перспективной молодежи. И теперь каждую пятницу Сергей Сергеевич поддерживает это движение. Каждую пятницу у нас будут проходить вебинары для молодых, креативных, но с большими целями, с большими задачами. Вот я даже вам прочитаю. Каждую пятницу будут проходить вебинары для молодежи. Темы «Как работать в соцсетях и создавать структуры в соцсетях». Молодежь в этом легко разбирается. Будут проходить мотивационные школы, школы личностного роста, нетворкинг, да много чего. Сам президент будет выступать в пятницу, хотя бы раз в месяц, я верю, это будет сделано специально для молодежи. Посмотрите тусовку молодежи в Белеке на яхте, как им там было здорово, весело, еще при этом зарабатывать деньги, радоваться жизни, путешествовать. Да крутая компания EPL. Кто еще не с нами, примыкайте. Никогда не пожалеете об этом, как говорит наш президент, основатель компании Сергей Сергеевич. Ну, завершаю. Благодарю за тут много позитивных отзывов. Мне это приятно. Я это делала от души. Я сама люблю компанию EPL. Не знаю, всеми фибрами души. Огромное вам спасибо, вы вытерпели. Около 291 человек, 300 человек практически, вытерпели 1,5 часа, хотя я поборник тайм-менеджмента. То есть все должно быть по расписанию. Ну уж очень тема обширная. Благодарю вас, мои дорогие, благодарю. Мне хорошо было с вами. Вы меня так поддерживали и поддерживаете. Благодарю. Гузель Назмиева, благодарю, Татарстан. Сергей Козин тоже знаю, очень многих людей знаю. Раиля, недавно познакомились. Многих еще не знаю, дорогая моя Ниночка Царикович. Гульнас, помню нашу поездку на Камчатке. Боже, как здорово быть в компании EPL. Судьба забрось туда, куда и не предполагал даже. Ай, спасибо, Аня. Спасибо. Куралай, Галия, я вас обожаю. Девчонки, давайте. Вы-то звезды были, когда мы пришли, вы начинали всю эту глыбу поднимать вместе с нашим руководством. Спасибо всем, спасибо. Ну,